Привет, меня зовут Андрей Коломенский, я управляющий партнер компании Lead Startup. В этом видео я расскажу про один главный хак, каким образом можно сократить стоимость разработки продукта. Этот хак заключается в том, что, капитан очевидность, не стоит разрабатывать то, за что клиенты не заплатят денег. А еще хуже были случаи, когда люди разрабатывали нечто, за что клиенты переставали деньги платить, включали этот функционал в продукт, и у них понижалась метрика Customer Lifetime Value, доход с клиента. Поэтому мы, конечно, не можем влиять на фонд оплаты труда, там, понятное дело, практики типа порез зарплаты программистам – это не очень хорошая история. Но самое-то главное не в том, что вы платите фиксированные косты на зарплату программистам, а то, что эти ребята могут там пару месяцев, грубо говоря, делать софт, функционал продукта, который люди либо не будут за него платить, он не будет критическим для того, чтобы люди за него платили, не будет помогать вам продавать больше, или даже хуже, тот функционал, который вы реализуете, он наплодит там либо багов, либо людям он будет просто настолько сильно не нужен, что они, даже видя его в продукте, все равно будут из него уходить, и ваши метрики продуктовые будут понижаться. Поэтому самое главное, что я сейчас хочу вам порекомендовать, это вместо того, чтобы отправлять ваши гипотезы в разработку, гипотезы ваши о том функционале, который должен поднять ваши продуктовые метрики, доход с клиента, повторные продажи и так далее, должны сначала проходить предварительный этап продуктовой проверки, которое должно подтвердить по результатам АБ-тестирования, на результатах цифр, что да, этот продукт нужен, этот функционал нужен, люди за него готовы платить. В результате получится, что у вас в разработку отдаются только те фичи, только те функции, которые точно людям нужны и за которые точно люди заплатят. Что с точки зрения экономии, то таким образом вы можете экономить от, там, были случаи, когда ребята 5 месяцев пилили какую-то фигню, на которую люди просто тупо не обратили внимания. Вместо того, чтобы быстренько за пару недель проверить через интервью, через АБ-тесты, через маркетинговые эксперименты, что да, это действительно будет помогать лучше продавать. Поэтому обязательно проинвестируйте дополнительные деньги в то, чтобы не скидывать в дорогую, супердорогую разработку идеи, которые не подтверждены цифрами, что они действительно улучшат экономические показатели вашего продукта. По ссылочке внизу переходите, у нас есть много продуктов как B2B для B2C, зовите на встречу и пока.